старался, подбирал. Вот этот соперник 7-2 ведет счет со мной. 7-2. Хотя рейтинг у него не такой большой, да? Но может он там как-то жестко играет. Давай c5 еще раз попробуем. Ну что-то понравилось, хоть c5. Ладно. Сейчас на мат нападет какой-нибудь. Блин, наверное, на мат напал. Он защитил. Хорошо, так. Блин, надо было слона побить, наверное. Что это, ну ладно. Напал на пешку. Паркировку сделал. Аккуратненько отошел. Здесь держим. Наверное, надо b4 надвигать. Как мне вот это разыгрывать-то позицию? Надо пешку как-то вот эту удержать лишний раз, потому что все в этой пешке, вся игра. Взял. Может подвязать его? Пока. Сейчас на мат куда-то сюда поскачет, я уверен. Там конь g3 сыграл. Блин, а может побить, потому что там конь g4 грозит на самом деле. Конь g4 ход неприятный. Ребят, надо бить, мне кажется. И так сыграть. Так, и... ладейку выведем. Не может быть плохо. Давай шаханем. Что он думает над этим ходом? Как вы думаете? У него выбор там есть? Я хочу просто слон f5 вернуться. Блин, задумался что-то. Вот я не понимаю, реально, как, почему они в этот момент задумываются. Вот почему именно сейчас он подумал. Там один ход у него строго был. Так, ладья e8, да? Что я буду делать на этот ход? Может, h3? H3 как-то не то. На самом деле, хочу побить и сюда попробовать. Вот. Допустим, сюда, и теперь нападаю на пешку, вот так вот. Он не может королем защитить, видите, что короля не зря сдвинул в угол. И слоном тоже неудобно из-за хода f4. Хотя, может, он сюда там отойдет, не знаю. И слоном еще, ладно, f4 сыграл. Блин, надо пешку, наверное, это держать. Или лучше вот так держать, да? Не дай бог, под связку какую-нибудь попаду. Такой ход, кстати, грозит или нет? Наверное, грозит, да? Наверное, грозит такой ход. Хорошо, по времени иду. 44 секунды лишние. Так, а стоп, а слона же я выигрываю. Какая там тактика? Ладно, взял, забрал слона, пофигу. Слона даю целого. Ну, я пешку отыграю, наверное. Хорошо, здесь побил. Вот это, наверное, побил. Ай, вилка. Ай, у него шаг, кстати, был, я зевнул. Он зевнул вилку, а я зевнул шах. И потом сюда он может побить. Но он сдался почему-то. И я набираю 2600, друзья! Давайте отметим это событие. 2602. Ну что, продолжаем?